Настя, там уже надо? Нажать уже? Музыка непрофессионального композитора, взявшего псевдоним Камея Дож. Его музыкальное произведение мы представили «Цветок лотоса». Лотос – священный цветок Востока. Описать свое состояние от встречи с этим чудом нет слов. Да я полагаю, не стоит этого делать, ведь у каждого свое восприятие красоты. Лучше просто посмотреть на танец цветущего лотоса.